Итак, всем здорово, чуваки. Сегодня будем играть на китайском сервере. Представьте себе. Жесть. Это что такое с чуваком у нас? Не понял. Так, давайте ему в хедшот дадим. Подвис чувак, как видим. Вот, отвис и сразу же умер. Сейчас просто чувак охренеет. Так, давайте пойдем, короче, на свет. Там какие-то, как видим, бомжи бегают. Охренеть, у меня тут пинг на китайском сервере, походу, вообще по 400. Как видим, в чате все вообще по-китайски пиздят. Халёу. Халёу. Хотя они, наверное, по-английски не понимают. А по-китайски я, чуваки, слов-то даже и не знаю. Хо-хо, бежит уже к нам один любопытный. Каничува! Единственное, чуваки, слово знаю по-китайски, это каничува. Хотя совсем забыл, что он вообще означает-то. Ни хрена вас тут! Ох, вы китайцы жесткие! Даже, блядь, на серве вас всегда много. Как в жизни прямо. Даже там чувак, смотрите, подбегает. Офигеть их тут. Как муравьев. Жестко. Первый раз только вижу народу. Так. Эй, бомжи. Так, что тут они делают? Сейчас мы их будем мочить, чуваки. Охренеть, их что-то тут вообще много. Так, один АФКшит. Сейчас, пока один АФКшит, мы его без палева убьем. Какой-то китаец. Делаем ему хедшот. Охренеть. Так, никто не заметил. Один свалил. Так, побежали к следующим. Так, как видим, они своей прикинтовкой как там возле костра греются. Блин, опасные чуваки, я вам скажу, с копьем там даже один, офигеть. Ух, нужно быть аккуратнее. Если он кинет копье, это будет вообще просто жопа, я вам скажу. А здоровья, как у меня, очень мало, как видим. А лук-то мне неохота просрать. Так, как же нам сделать хедшот такой очень крутой? Так, сейчас будем выжидать хороший момент. Так, пофигу, давайте вот этому хедшот дадим. Хедшот. А ты чё, бабш, тут побежал на нас такой сразу? Ах, промахнулся. Вот это жопа мне, короче, чуваки. Так, зажигаем факел. Кстати, с новым обновлением. Опа! Как видим, вот копье кинул и промахнулся. С новым обновлением, как видим, от факела теперь больше нам урону идет. От огня еще особенно, смотрите. Звук даже такой новый добавили. Так, копье это опасно. Блин. Чувак, отстань от меня. Чувак, отстань. Все. Самое главное, чтобы он нам сейчас в жопень это копье не зарядил. Блин, у них у двоих копья, офигеть, жесть. Походу жопа мне. Ай, где копье? Ай, кровотечение. Вот это просто жопа. Походу я умер. Так, давайте загасимся в кустах. Нет! Как вы меня, чуваки, нашли? Фак. Как так? Во всех кустах, что ли, проверяете? Это жесть. Ну, я вас сейчас с камня буду мочить, уроды. Так, в этих... В кустах меня ищут, чуваки. Так, давайте спрячемся здесь. Ну, я, походу, сейчас умру. От кровотечения выкинем лук, чтобы они нам не забрали. Никому не достался он.
и побежим в другую сторону. Они, как видим, даже не заметили эти мешочки. А-а-а! Все, походу я умер. 7 хп, 5 хп. Ну вы убьете уже меня. Офигеть. Вот вы уроды. Ну да ладно. Итак, чуваки, я, короче, поставил костер. И тут какой-то бомж. Ты что, на халяву хочешь? Погреться? Ни хрена. Так, делаем вид, что я лажу в костре. Смотрите, какая крыса. Ах ты, крысюндра хочет сзади обойти и убить. Ах ты. Вхо. Мы его убили? Ник у него вхо. Хо. Пока. Такой-то америкос, походу. Так. Давайте захаваем китайцев. Я несколько тут уже их прикончил. Штук. Итак. Вижу там кого-то бомжа, чуваки. Эу, коничува. Коничува. Ух ты, у него кофточка красная, кстати. Жесть. Так, как опасный бомж, я вам скажу, такой. С копьем бегает. Чувак, я мир. Мир я. Не убивай. На самом деле, чуваки, вру, конечно, я не мир. Сейчас нужно выждать хороший... Эу! Смотри, какой агрессивный китаец, ёпта. Отстань от меня. Ну ладно, если ты хочешь помочиться, так давай. Козёл. О, как чувак его убрал копье. Получай в жопу. Урод. А! Добиваем этого китайца. И что такое? По мне кто-то мочит. Козел. С лука в меня стреляет какой-то бомж. Походу его друган. Это жесть. Блин, походу мы опять от кровотечения сейчас умрем. Что за невезуха-то такая? Ни одной аптечки нету. Я, кстати, чуваки, играю на самом обычном сервере. Хардкорном. Тут нету никаких китстартеров, ТПшек и так далее. Так, короче, что тут у нас имеется? Что-то тут никого у нас пока нету. Как-то странно. Так, бежим. А, вот какой-то бомж стоит, АФКшит. Алло. Алло. Чувак просто АФК стоит, пофигу ему. Эй, смотрите, как... Ты чё бомж такой агрессивный? С камня мне, блядь, сразу надо его прикончить за это. Какой-то китаец тоже. Что у них... Чувак, у тебя микрофона, что ли, нету? Никто вообще практически микрофон не говорит. Какие-то, блин, молчаливые китайцы. Так, что тут у тебя есть? Шипы, кости, это все выкинем. Так, и давайте сломаем эту бочку, посмотрим, что в ней. Ух ты! Вот это нам подвезло. Так, давайте шипы где-нибудь вот тут поставим. В кустах и возьмем лук. Охренеть, вот это нам повезло. Ох, сейчас я буду раздавать хедшоты. Жесткие. Так, давайте вот эту бочку тоже сломаем. Так, что тут у нас выпало? Против радиации таблетки и шипы. Так, это все выкинем. А шипы где-нибудь в кустах сейчас воткнем. Ну ладно, давайте вот здесь поставим. Так. Какой-то бомж там бегает. Халёу! Коничува! Коничува! Чувак с копьем, кстати, офигеть. Наверное, у него есть какой-то лут. Нужно его сейчас прикончить. Чувак. Эй! Он меня хочет убить уже. Чувак, иди сюда. Китаец, стой!
Кончева. Да куда он побежал-то, я не могу понять. Получай. Нет, я походу не смогу попасть с лука. Нужно немного поближе подойти. Офигеть, тут кто-то возле... возле башни построился. Какой наглец, блин. Прям передо мной бочки лутает. Да ты охренел, что ли? Это вообще просто наглость. Давай, деремся. Ну, сори, бро. Сдохни! Какой живучий подонок. Так, у нас хп, как видим. Ух ты, так у него тут лута дофига. У него еще ключи, походу. Ключи тоже выкинем. Я не знаю, где у него находится дом. Так-то можно было прийти и залутать его ящики. Так, отлично. Перевязались. Что-то у нас еще есть, бандажик. Это все мы выкинем у него. Все отлично. Так, и подберем копье. Так, перевяжем еще разок на всякие пожарные. Что тут очень много бомжей бегает. Итак. Какой-то бомжара тут, чуваки, еще бегает. Конечува. Куда ты побежал? Стой, блин, ну все, капец. Делаю хедшот. Ну не хедшот, ну... Кстати, попал. Нафига ты от меня бежал? Получи хедшот. Засранец. Так. Что мы тут, чуваки, имеем? У нас, как видим, мало хп. Нужно маленько нам подхилиться. Так, кто тут бегает? Ёкалы бабай. Охренеть их тут, офигеть этих китайцев, чуваки, жесть. Тут спавн просто на этом пляже. Эу, конючува, бля. Стой, получи со стрелы, козел. Лутает тут. Делаем хедшот ему. Так, а как... Стрелы-то что, блин, я не могу вытащить? Так у него вообще ничего нету. Так, давайте вытаскивайте стрелы, отлично. 10 кп, чуваки. Эу! Китаец! Китаец! Ты китаец? Или не китаец, ёпта? Конечува! Промахнулся. Эй, сразу такой развернулся, хочет копьем ее взять. Ой, сори, бро. Так, у него что-то тоже все по-английски написано. И лута у него нету. Ну, сори, чувак. Так, что же нам с тобой сделать? Ладно, давай тебя прикончу я. Скорее всего. Он сам, чуваки, килл прописал. Ну да ладно. Погнали дальше. Искать китаёзов. Офигеть, вообще здесь китайцев. Охренеть просто. Блин, там какой-то чувак бегает. Это походу тот же вернулся за ключом. Конючува! Конючува, ёпта. Куда ты побежал? Сюда иди. Сюда иди, сынуля. Сейчас будем делать тебе харакири, ёпта. Офигеть, он, смотрите, как впиндюхал. Да стой ты, чувак. Я же мир. Офигеть, блин. Хрен догонишь этих засранцев мелких. Что в жизни, что в игре, ёпта, они бегают. Охренеть просто. Так, куда ты, засранец, побежал-то? Стой! Стой! Не убегай от меня. Ой, заколебал, короче, чуваки. Делаю хедшот. Не знаю, получится, нет. Охренеть, от первой стрелы хедшот. Я же тебе, чувак, сказал, не убегай от меня. Так, что у тебя тут было? Это дерево. Ключ. Ключ твой выкинем и копье заберем. Отлично.
Итак, чуваки, какой-то китаец тут лутает бочки. Конючева? Конючева? Халлоу. Интересно, они по-английски понимают? Ну, скорее всего, должны понимать же. Куда ты побежал? Так, попаду, наверное. Отлично. С первой стрелы. Так, еще какой-то бомж подбегает. Как так? Я промахнулся. Ему вообще пофигу. Так, блин, копье промахнулся. И смотрите, он сразу же разворачивается. Так, ну я в него копье попал. Отлично. Минус 2 сделал. Куда тоже китаец, как видим. Вырубаем его. И этого тоже вырубим. Засранца. Ни хрена у них нету. Вы заколебали уже, чуваки. Без лута бегать. Итак, какой-то китаец тут лутает. Ух ты! Первый китаец с микрофоном. Охренеть. За все время. Ха-ха! Ну все, жопа тебе, чувак. Лучше остановись. Я не собираюсь за тобой бегать. Ёпта. Стой, чувак. Так, ну-ка. Блин, промахнулся, жесть. Засранец сильно быстро бегает. Где моя стрела? Ладно, похер на стрелу, побежали за ним. Офигеть, почему он так быстро бежит-то? Вообще просто жесть. Хрен догонишь. Ну все, чувак, жопа тебе. Зажало тебя в углу. Ну, теперь я точно должен попасть. Отлично. Мелкий засранец. Конечно. Сейчас я буду делать харакири. Бах! Спать, чувак. Итак, чуваки, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну и всем пока.